не женщина, а какой-то кроссворд. Отгадать невозможно. Вот прихожу с работы домой, она тоже, как все женщины, спрашивает, кушать будешь? Я говорю, нет, я сегодня сыт, спасибо. Все. Знаете, что она говорит? Понятно. Любовница накормила. Я боюсь на работе обедать. Прихожу голодный специально, с порога кричу, жена, дай покушать, я голодный. Она что говорит, что, поссорились что ли?